Этот двухмоторный самолет первым в советской тяжелой авиации исполнил мертвую петлю. На нем было установлено несколько мировых рекордов. Он проложил кратчайший путь из Москвы в Нью-Йорк через Атлантический океан. Боевая работа этой крылатой машины началась летом 1941 года с налетов на столицу гитлеровской Германии. Бомбардировщик Ил-4 в фильме «Оружие». В начале 30-х годов в мировой авиации получила популярность теория итальянского генерала Джулио Дуэ. Он считал, что войны будущего станут выигрывать тяжелые бомбардировщики. Воздушные армады обрушат сотни тонн бомб на сухопутные войска и наземные объекты противника. Хотя ни одно государство официально не приняло доктрину Дуэ, она учитывалась и военными, и авиаконструкторами. Считалось, что основой военно-воздушных сил должны быть тяжелые, хорошо вооруженные бомбардировщики, несущие огромную боевую нагрузку. Потому так популярны были в то время рекорды дальности и грузоподъемности. В Советском Союзе также отдали дань увлечению тяжелыми самолетами. Но продолжалось это недолго. В 1933 году конструкторские коллективы Андрея Туполева и Сергея Ильюшина получили задание спроектировать бомбардировщики нового типа с большой дальностью и бомбовой нагрузкой всего в 1 тонну. Такой самолет мог бы забраться далеко в тыл противника и нанести удар по важнейшему объекту. После серии испытаний лучше была признана машина Сергея Ильюшина ЦКБ-26. ЦКБ-26 – экспериментальный дальний бомбардировщик. Длина – 13,7 метра. Размах крыльев – 21,5 метра. Нормальная взлетная масса – 6 тонн. Максимальная скорость – 390 км в час. Практическая дальность – 4000 км. Силовая установка – 2 двигателя М88Б мощностью по 1100 лошадиных сил. Экипаж – 2 человека. Бомбардировщик впервые поднялся в воздух 1 июля 1935 года. Пилотировал машину летчик-испытатель Владимир Кокинаки. Кокинаки Владимир Константинович. Заслуженный летчик-испытатель СССР. Дважды Герой Советского Союза, генерал-майор авиации. Годы жизни. 1904-1985. Родился в Новороссийске. Окончил Борисоглебскую военную авиационную школу летчиков. В 1935-64 годах старший летчик-испытатель КБ Ильюшина. Установил 20 мировых авиационных рекордов. Владимир Кокинаки был так восхищен летными качествами ЦКБ-26, что решил продемонстрировать их на воздушном параде 1 мая 1936 года. Среди зрителей были военные и политические лидеры советского государства. Они увидели каскад виражей, горок, спиралей. Выступление закончилось 3 мертвыми петлями. Раньше никому и в голову не приходило, что на тяжелом двухмоторном самолете можно делать фигуры высшего пилотажа. После некоторых конструктивных изменений Ильюшинский самолет был принят на вооружение и запущен в серийное производство под индексом ДБ-3, дальний бомбардировщик ТИП-3. На этой машине Владимир Кокинаки установил несколько мировых рекордов и совершил 3 знаменитых перелета. Самый выдающийся среди них состоялся в апреле 1939 года. Расстояние в 8 тысяч километров из Москвы в США через Атлантику было пройдено со средней скоростью 348 километров в час. С 1959 года этот маршрут используется для регулярных беспосадочных перелетов из Москвы в Нью-Йорк и обратно. Начиная с 1937 года ДБ-3 серийно производились на нескольких заводах. За год в строевые части поступило более 600 машин. Ими вооружались полки дальнебомбардировочной и морской авиации. Боевое крещение ДБ-3 состоялось в 1939 году, во время Советско-финской войны. Бомбардировщикам Ильюшина пришлось воевать в крайне тяжелых условиях. Из-за сильных морозов разогрев машин перед боевым вылетом занимал 5-6 часов. Из-за отсутствия антиобледенительных систем в полете заклинивало двигатель. Загустевшая смазка вызывала отказ механизмов бомбосбрасывателей и пулеметных затворов.
Немалые трудности приходилось испытывать членам экипажа. Кабина на самолете не отапливалась. Приходилось летать на задания в меховых комбинезонах и унтах. Боевые вылеты сопровождались серьезными потерями. Немногочисленные финские истребители охотились именно за бомбардировщиками. ДБ-3 в этом отношении были особенно уязвимы, поскольку в своих дальних рейдах отрывались от собственных истребителей сопровождения. Опыт финской войны заставил инженеров срочно вносить изменения в конструкцию машины. ДБ-3 получил более мощные и надежные двигатели. Бензобаки стали делать протектированными, снабдив их системой наддува нейтральным газом. Кресло пилота было оснащено бронеспинкой. Более мощным стало вооружение, как наступательное, так и оборонительное. Сильно изменились обводы носовой штурманской кабины. В 1940 году новый самолет пошел в серийное производство под индексом ДБ-3F, то есть форсированный. Позднее он получил название Ил-4. Ил-4, ДБ-3F, дальний бомбардировщик. Длина 15 метров, размах крыльев 21,5 метра. Максимальная взлетная масса 12 тонн. Максимальная скорость при полной нагрузке 400 км в час. Практический потолок 8300 метров. Практическая дальность 3000 километров. Силовая установка. Два двигателя М88Б мощностью по 1100 лошадиных сил. Экипаж 3-4 человека. Вооружение. Три пулемета. Бомбы максимальной массы до 2500 килограммов. Или одна авиационная торпеда или морская мина. Серьезно повысить летные характеристики на бомбардировщике не удалось. По дальности он даже уступал базовому варианту. Военные считали эту машину Ильюшина переходной моделью, которую сменят совершенно новые самолеты – ДБ-4 и ДБ-240. Однако судьба оказалась к ним неблагосклонна, и основным дальним бомбардировщиком советских ВВС остался Ил-4. Это дальний бомбардировщик, который был предназначен для поражения объектов в глубоком тылу противника. Считалось, что эти самолеты будут разрушать важные военно-промышленные объекты, авиационные и военно-морские базы, железнодорожные узлы. Однако в первые месяцы Великой Отечественной войны из-за нехватки ближних фронтовых бомбардировщиков советскому командованию нередко приходилось использовать Ил-4 не по назначению. К сожалению, в начале войны этот бомбардировщик применялся и для решения задач штурмовки колонн противников. Это повлекло к большим жертвам этого самолета, который не был предназначен для выполнения этих боевых задач. Бомбардировщики Ильюшина действовали днем, большими группами в плотном строю, часто без истребительного прикрытия. Немецкие истребители БФ-109 быстро нашли уязвимые места Ил-4, атакуя их снизу в заднюю полусферу. Чтобы замедлить продвижение противника, дальние бомбардировщики использовали даже в качестве штурмовиков. Бомбы сбрасывали с высоты в 400-500 метров без прицеливания. Мотомеханизированные колонны обстреливали из пулемета. В таких случаях Илы несли потери от огня малокалиберной зенитной артиллерии. По своему прямому назначению Ил-4 использовали с летом 41 года при налетах на Берлин. Эта операция была проведена в начале августа летчиками ВВС Балтийского флота и дальнебомбардировочной авиации. Общая протяженность маршрута составляла около 1800 километров. Советские самолеты сбросили на столицу гитлеровской Германии 36 тонн бомб. Конечно, никто не ставил целью разрушить Берлин. Однако советские летчики заставили немцев почувствовать ужас бомбежек, что возмездие неотвратимо. Рассказ о боевой судьбе Ил-4 будет неполным, если не упомянуть еще об одной модификации этой машины.
Ил-4Т торпедоносного. Она применялась в морской авиации с 1942 года. Машины, оборудованные приспособлениями для подвески торпед, преследовали и топили немецкие корабли, вели охрану караванов союзников. Для успешной атаки вражеских надводных кораблей самолеты летели над самой водой и сбрасывали торпеды на расстоянии 600-800 метров от цели, попадая под мощный огонь корабельных зенитов. Разошлись по местам. Еще правее. Так держать. Боевой. Дальние бомбардировщики «Ильюшина» принимали участие во всех крупнейших сражениях первого периода Великой Отечественной войны. Под Москвой, Сталинградом, на Курской дуге. Со второй половины войны они совершали рейды на Германию, Румынию, Венгрию. В последнем ударе Красной армии по Берлину весной победного 45 года принимали участие сотни Ил-4. После окончания войны в Европе Ил-4 были переброшены на Дальний Восток. Здесь они громили японскую Квантунскую армию. Ил-4 стоял на вооружении советских ВВС до 1952 года. Всего советская авиапромышленность выпустила 6784 этих самолета в различных модификациях. После окончания Великой Отечественной войны конструкторское бюро Сергея Ильюшина создало еще один бомбардировщик – Ил-28. Это была машина нового поколения с реактивными двигателями.